Гагарка – птица из отряда чистиков. Это единственный род вида гагарок. Окраска гагарки черновато-бурая на спинной стороне и белая на брюшной. Размером она с небольшую утку, весом около 700 граммов. Распространена в северной части Атлантического океана. В России встречается на побережьях Баренцева и Белого морей и на Ладожском озере. Гагарка гнездится на прибрежных скалах, откладывает одно яйцо. Насиживают его оба родителя в течение 35-36 дней. Питается гагарка мелкой рыбой, зимует в море. Золотарник. Это род растений семейства сложноцветных. Многолетние травы с очередными цельными листьями. Цветки желтые в соцветиях-корзинках. В свою очередь корзинки собраны в крупные метельчатые соцветия. Краевые цветки в корзинках немногочисленные, пестичные, язычковые. Срединные цветки трубчатые, обоеполые. Плод – семянка с летучкой, 3-4 мм в длину. Известно около 80 видов этого растения, распространенных преимущественно в Северной Америке. Наиболее высокий – золотарник гигантский, достигает 2 метров в высоту. В России 7 видов, растущих повсеместно, кроме засушливых пустынных областей. Общеизвестен золотарник канадский – многолетник, растущий на увлажненных почвах в диком виде вдоль дорог, заборов, на опушках. В росте довольно агрессивен и с успехом вытесняет другие растения. Широко распространена так называемая золотая розга или золотарник обыкновенный – растение с прямостоящим стеблем до 1 метра в высоту. Цветет в конце лета, любит легкие почвы. Золотарник – хороший медонос, а также природный краситель – желтый и коричневый цвета. Используется в народной медицине. Эфа – это ядовитая змея семейства гадюк. Голова покрыта ребристой чешуей. На чешуях, расположенных на спине, имеются ребрышки. По бокам туловища чешуи узкие, расположены косо и снабжены зубчатыми ребрышками. Трением этих ребрышек друг от друга производится резкий шипящий звук. Хвост короткий и снизу покрыт щитками в один ряд. Известно 9 видов этих змей. Распространены они в Северной Африке, Южной и Средней Азии. Окраска сероватая, желтоватая или буроватая со светлыми полосками. Длина эфы 60-90 сантиметров. Самцы крупнее самок. На голове змеи можно увидеть светлый крестообразный рисунок. Живет эфа в песчаных пустынях, а также в глинистых и каменистых местах. Это очень подвижная змея. Передвигается она боковым ходом, ведет сумеречный и ночной образ жизни. Питается мелкими позвоночными, жабами, ящерицами, насекомыми, многоножками, пауками и мошками. Эфа – яйца живородящая змея. Самка приносит до 16-18 детенышей длиной 10-16 сантиметров. При благоприятных условиях численность особи может быть достаточно велика. Яд эфы очень токсичен, вызывает кровотечение. Хотя укушенные этой змеей в основном выздоравливают, но бывают случаи и с летальным исходом.